Перед началом заседания ученого совета ректор Ильшат Гафуров вручил 5 аттестатов о присвоении ученого звания профессора. Ректор поздравил сотрудников и пожелал им здоровья и продуктивной работы. Хотел бы вам пожелать удачи, здоровья, чтобы мы еще долго-долго вместе работали в стенах нашей альма-матери. Давайте еще все похлопаем. И желаю удачи. В повестке дня ученого совета были 5 важных вопросов, касающихся выбора заведующих кафедрами, конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а также представления к присвоению ученых званий и выдаче дипломов доктора и кандидата наук. Переходим к обсуждению повестки дня нашего заседания. Отдельным пунктом, ранее не звучавшим на ученых советах, стал вопрос об увековечении памяти знаменитых людей Казанского университета. Участники совета обсудили возможность установки мемориальной доски памяти Станислава Сергеевича Говорухина. Ректор напомнил, что Станислав Говорухин являлся выпускником Казанского университета, закончив геологический факультет. Я думаю, что здесь все личность Говорухина Станислава Сергеевича знают. Значит, единственное, что есть положение, что в целях объективной оценки значимости лица, имя которого предлагается увековечить памятники, памятные знаки, мемориальные доски, могут быть установлены не ранее, чем через 4 года после его кончины. По традиции в перечень принимаемых решений был включен блок «Разное», где рассматривались сопутствующие вопросы. В завершении заседания проректор по административной работе Андрей Хашов сообщил о проведении в декабре конференции работников и учащихся КФУ для утверждения новой редакции коллективного договора и обеспечения регулирования социально-трудовых отношений. Ректор отметил, что данное мероприятие пройдет в очном формате в здании Уникса. Информация об этом появится на сайте Казанского университета. Поэтому еще раз говорю, в конце года мы еще одно собрание наше проведем. Я думаю, и на сайте университета его тоже надо опубликовать на сайте, правильно? Лев Диденко, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.